Всем привет! Сегодня я получила посылочку от любимого Василька. Вот какая. И мне уже не терпится распаковать и посмотреть. Там что-то есть, подарочки. Сыну кое-что заказала. Ну, и себе. И давайте лучше раскроем и посмотрим поскорее, что же там интересного у нас есть. Я люблю распаковывать вот это вот. Так, сейчас посмотрим. Ну, давайте начнем с того, что я заказала себе сначала. Заказала вот такого красивого цвета, девочки. Комплект халат. Это цвет коралл. Комплект стоит 731 рубль. Комплект Милана называется. Заказала я 54 размера, девочки, потому что я все-таки люблю такую домашнюю одежду, чтобы она была просторная, чтобы она... Вот у меня 52 размер. Сейчас на мне вот эта туничка, платьечко, да, это то, что я заказывала еще раньше, 52 размера. Она на меня как раз, все прекрасно сидит, но так как я такие домашние вещи, я люблю, чтобы они просто вот на мне болтались и нигде не было, чтобы по фигуре, чтобы было просторно. Поэтому я заказываю побольше размер. Ну, давайте посмотрим же, что у нас входит в этот комплектик. Цвет приятный, девочки, такой здоровский цвет. Ночная сорочка, смотрите, какая. На бретелечках вот такая вот. Можно было бы 52 размера мне заказать, и я думаю, что она была бы мне как раз. Но я люблю все-таки, еще раз говорю, просторные вещи, чтобы она просто просторная. Вот тут она, чтобы висела, и вот так вот. И нигде не по фигуре, чтобы была. Потому что это вещи, в которых, ну, по дому ходишь, там, спать. Ну, вот такая вот симпатичная сорочечка. Цвет действительно очень приятный. Просто, смотрите, какой. Даже не розовый, такой коралловый, очень нежный. Люблю нежные цвета. Вот тут немножечко кружавчиками отделано. И вот эти вот бретелечки, прямо легкая, хорошенькая такая вот сорочечка симпатичная. Дальше что у нас идет? А дальше у нас идет халатик. Халатик идет с запахом, с двумя кармашиками накладными. Вот такие кармашики. И вот тут есть поясок. Поясок можно вдеть вот сюда, в эти петелечки. Ну, в общем, тоже такой милый, симпатичный халатик. Вообще это называется коралл плюс перья. Теперь я понимаю, перья имеется в виду, которые вот здесь на принт с перьями. Вот. Ну, довольно-таки милая, я бы сказала, милая, приятная такая вот расцветочка. Вот, ну, это хорошо. Теперь есть сорочка, ночная сорочка, и с халатиком. Раз, накинула халатик и готово. Вот. Но это надо посмотреть, и как это будет на мне сидеть. Дальше я заказала костюм женский ментол. Тоже цвет приятный, правда, выбрала? Классный. Костюм стоит 749 рублей. Это идет с брючками. Вот такая футболочка идет с рукавчиком. Рукавчик идет 3/4. Не знаю, мне кажется, вот не, настолько даже не передается этот цвет. Ну, хотя передается. Вот, приятный, тоже нежный, приятный цвет. Люблю вот такие цвета. Вот такой вот принт. Так, я вижу тут пуговичку. А что за пуговичка? Ну-ка. А пуговичку это можно здесь застегивать. Вот оно что. То есть этот рукавчик можно делать и короче. Это здорово, мне это нравится. Это мне подходит как раз-таки. Вот так вот рукавчик можно сделать покороче.
Просторная футболочка. Кстати говоря, я взяла этот костюмчик вообще 56 размера. Девочки, у меня было нечто подобное. И вот размер, который я брала на себя, немножко простора мне все-таки не хватало. А вот это просто вот просторная вещь. Вот то, что нужно. Я прям вообще костюмы люблю, чтобы вообще балахонами были. Так, и вот такие вот брючки. Смотрите. Тут тоже есть такой вот цвет попадается, но это вот тропики нарисованы. Штаны вообще люблю, когда совсем просторные, просторные. В штанах внутренние кармашки есть. Вот такие глубокие, нормальные кармашки. Внизу сделано брючками. Вообще очень приятная нежная ткань. Это прямо трикотаж-трикотаж, кулирочка, кулирка. Кулирку я люблю, девочки. И вот такая сверху резиночка просторная. Кстати говоря, вот тоже на размере, который побольше, довольно-таки просторная резинка. Я люблю, когда она совершенно меня никак не напрягает. И вот штаны прям, чтобы были как шаровары. Класс! То, что нужно. Мне прям нравится уже. Ну, а теперь подарочки. Заказала я пижамку для внучки. Вот такого приятного, симпатичного цвета. Пижамка называется «Модная девочка». Видите, какой рисуночек на нем. Девочка-девочка. Это футер. И он такой вот внутри нежный, приятный. Такой легкий начесик есть. Ну, в общем, тепленькая пижамочка. Здесь впереди есть вот такие вот пуговки раз-два. Но она не до конца расстегивается. Длинный рукавчик, манжетик на краю рукавчика. И по горловине манжетик идет. Вот такая вот славная идет кофточка. И вот такие брючки идут. Брючки внизу на манжетике. Вверху резиночка, видите, да? Такие вот штанишечки. Милая, очень милая пижамка. Мне прям нравится. Хорошенькая. Сам бы носил, но размера моего такого нету. 528 рублей стоит. Это на 6 лет. Рост 116 я взяла. Но я сейчас внучке беру вот такой размер. Вся одежда идет ей такого размера. И все это ей как раз подходит. Ой, я думаю, ей понравится. Прям симпатичная, прям хорошенькая. И очень приятная, приятная нежная ткань. Классная. Стоит 528 рублей. Ну и что же я заказала сыну на этот раз? Девочки, заказала я сыну толстовку и трико. В прошлый раз я заказывала костюм, и костюм выбирал он сам, но там не трико было, а там были джоггеры. А джоггеры — это уже не совсем трико, это немножко другие штанишки. Поэтому на этот раз я решила заказать ему двое трико. Одни побольше, другие поменьше, и побольше толстовочку. Вот такая вот толстовочка. Этот цвет темно-синий, хотя он выглядит как черный. Но давайте посмотрим. Толстовка идет с капюшоном. Она утепленная внутри. Прям такая нежная ткань внутри. Ткань внутри очень, действительно, очень хорошая, девочки. Вот такая вот она внутри. И здесь тоже она идет. Внутри тоже такая мягкая. Вот она вся внутри, вот такая вот мягкая ткань. То есть это идет футер с начесом. Двойная нитка, по-моему, или тройная. В общем, очень-очень хорошая, теплая
теплая вещь. Покажу вам, как она выглядит изнутри. Карманы идут впереди, вот такие вот, с двух сторон. Можно ручки погреть, если что. Рукав идет с манжетиком. И здесь внизу тоже идет манжетик. В общем, очень такая хорошая, добротная кофта, я вам хочу сказать. Тепленькая такая вот. Называется толстовка мужская стрит. Буквы на темно-синем. Стоит эта толстовка 1625 рублей. Но она действительно такая вот хорошая прям. Так, теперь посмотрим, что за штанишки, что за брючки я заказала. Кстати, толстовочку, девочки, заказала я сыну 60 размера. Потому что я заказываю футболочки 58-го, они нормально на нем сидят. А вот я уже заметила, что когда заказываете футер на чёс, то лучше заказывать на размер больше, и тогда будет все хорошо. Трико заказала одно. Они, в принципе, фасон одинаковый, но только одно трико черного цвета и размера 60-го. Я не знаю, сын у меня крупный и высокий, поэтому я решила взять ему одни такие, и посмотрим, сравним, какие на нем будут сидеть лучше. Я вам потом скажу. Вот, ну здесь внутренние карманы идут, впереди веревочки завязываются, шнурок, резиночка. И внизу идет брючками. Здесь хлопок с полиэстером, скорее всего, не стопроцентный хлопок. Но такие брючки, они в принципе должны где-то как-то тянуться. То есть такие обычно стопроцентные и не делают. Эти брюки стоят 560 рублей. Спортивные брюки, мужские, комфорт называется. Ну, по цвету это как раз вот к этой подойдет, к толстовочке. Так, посмотрим другие. А другие я заказала 58 размер. Ну, кстати, он тоже подойдет к этой толстовке. То есть и те, и другие можно носить. Тоже внизу брючками сделано. В общем, фасон такой же. Такие же идут карманы. Также идет шнуровочка, резиночка. Все то же самое. Стоят они также 561 рубль, и это цвет антрацит называется. Интересно, если их приложить, посмотреть, насколько они друг от друга отличаются размером. Ну, незначительно, в общем-то незначительно. Черные чуть-чуть шире, чуть-чуть, по сантиметру с боков. В общем, я думаю, что и те ему штаны должны подойти. И пускай он их носит на здоровье. По крайней мере, я уже теперь спокойна, что у него есть в чем ходить по дому, на улице и так далее. Везде, куда захочет. И еще, девочки, я заказала носки. Носки «Твой стиль», хлопок. Это длинные носки мужские. 6 штук стоят 276 рублей. Откроем, посмотрим. А вот тут написано «Носки мужские, длинные, медицинские, твой стиль». 41-47 размер. По 6 штук в комплекте продают. Хорошо запакованы. В большой упаковке еще здесь каждый носочек, каждая пара тоже в своей собственной упаковке находится. Так, какие тут цвета? Я вижу тут черные, темно-синие и одни серые. Одни такие светло-серые. Две пары идут черные. И три пары, по-моему, темно-синие тут. Носки 80% хлопок, 15% полиамид и 5% лайкра. Хочу открыть.
медицинские носки. Видите? Давайте откроем и посмотрим. А, ну они тут не все черные. Темно-серый я вижу этот цвет, а в упаковке кажется как черный. Вот, девочки, распаковала я одни носочки. У них вот такой вот рисуночек тут небольшой сбоку есть. Так-то они однотонные. На подошве тут как пупырочка кажется. Ну, пупырки на самом деле нет. Хорошие носочки, хорошие. Прям такие вот на зиму, то, что нужно. Вот как раз на зиму я ему заказала. Ну и отлично. 6 пар ему как раз и хватит. Все. Я довольна. Я довольна. Хорошие. Весь заказик я вам показала. Мне все понравилось. Надеюсь, понравятся подарочки и внучке, и сыну. Девочки, ссылочку на Василек я оставлю в описании. Заходите, смотрите. На сайте очень много интересных моделей. Модели постоянно обновляются, постоянно появляется что-то новое, что-то интересное. Заходите, посмотрите, возможно, вам что-то понравится, и вы выберете для себя. Там есть мужская одежда, и женская одежда, и детская одежда, и постельное белье, и полотенце, много чего интересного есть. Ну, а я на этом видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!